Здесь все зависит от того, как он будет. Свояка в угол, наверное, будет бить. Шар не очень легкий, но, в принципе, забивается. Тут главное сейчас психологически себя настроить. Нет, чужого бьет. Нет. Вот что значит нервы, что значит последний шар. На кону звание чемпиона мира. Огромное напряжение внутреннее. Теперь он расслабился. Пишет, уже все, успокоился. Но мне кажется, что Женя Новосад был спокоен, ну, где-то партии с четвертой, наверное, потому что вот наблюдал я за тем, как подходит он к ударам, и во взгляде читалась такая уверенность, которую перешибить невозможно было практически ничем. Но опять же, это просто вот такое наблюдение. Смотрим, как исполнит, возможно, последний удар в этом финальном противостоянии последний Евгений Новосад. Гвоздик в этой партии. Попадает Женя Новосад. Мы поздравляем чемпиона мира по комбинированной пирамиде. Со счетом 6-3 заканчивается это финальное противостояние. Ну и благодарим бильярдистов за сверхдостойную и принципиальную игру. Евгений Курта сейчас прям тщательно выцеливал. Но что мы видим? Мы видим примерно ту же картину, что три шара стоят у длинного борта, но немножко вот не так, как было несколькими эпизодами. Да, непонятно, играется ли чужой шар. Вот угол достаточно острый, но в принципе шар на игре. И Амаров-то может броситься да на него. Да, я думаю, что скорее нет. А, нет, отыгрался. И вот оборотник. Смотрите, даже... смотрите, как, да, оборотник получается у Алибека Амарова. Абсолютно такой не совсем, ну, совсем неожиданный удар. И таким образом представитель Казахстана становится чемпионом мира 2015 года по комбинированной пирамиде. От души поздравляю победителя и призера Евгения Курта и Алибека Амарова. Замечательная игра. Да, действительно, хороший финал мы с вами посмотрели. И благодарим обоих спортсменов. Интересную игру они нам сегодня продемонстрировали. Все ему на этом турнире проиграли. Играли мы с Олимпийкой, естественно. Поэтому второго шанса ни у кого не было. И Александр Сидоров. Чемпион. Чемпион мира 2016 года в Алматы переиграл казахстанского игрока Турциева. Арбин молодец. Дебютант чемпионата мира это здорово. На таком турнире с таким составом. Александр Сидоров. Еще более молодец. Сам не верит. Смотрите, мы лицо чемпиона. Шотка Саша. Саша, ты это сделал. Спасибо всем, кто был с нами все эти 5 дней трансляции. Спасибо за общение в чате. Было здорово, душевно. Всех обнимаю, жму руку. Увидимся на YouTube. Привет всем подписчикам моего канала. Только что вы посмотрели небольшой ролик о чемпионах мира по комбинированной пирамиде последних 5 лет. Великие комбинаторы, я их назвал. Ну, это все неспроста. Через неделю начнется чемпионат мира 2017 года по этой дисциплине в Югорске. И к этому турниру, а также приближаясь к отметке в 2000 подписчиков, я решил подготовить очередную лотерею. Полгода назад мы с мастерской Сергея Каюкова уже разыгрывали шикарный тубус для кия.
тубус за 200 баксов. Но тогда, надо признать, набежало много любителей халявы и несколько подпортило нам праздник. Благо, что сам тубус достался реальному подписчику, юному любителю бильярда из города Глазов, что в Удмуртии. Итак, сегодня я объявляю о новом розыгрыше. С одной стороны, чтобы избежать наплыва желающих урвать этот кий, не имеющих никакой связи с бильярдом, я решил усложнить задачу. Но с другой стороны, подумалось, а что получу я сам, к чему вся эта благотворительность. Так что давайте проведем эту лотерею по возможности честно. Вы подписчик канала, которому не безразличен бильярд, и кто получает удовольствие от моих видео. Я готов и дальше снабжать вас роликами о бильярде, но мы будем полезны друг другу обоюдно теперь. Полагаю, что настоящему подписчику, кто доволен контентом и смотрит здесь видео, будет нетрудно сделать донейт, то есть пожертвование на развитие и поддержку этого канала. А мне будет не только приятно, но и появится стимул делать материалы интереснее, качественнее, но и чаще. Итак, собственно, лотерея. Каждый подписчик, который перечислит 100 рублей в Российской Федерации и в примечаниях перевода обязательно укажет свой email, автоматически получает один лотерейный билет. В переводе 200 рублей получит 2 лотерейных билета. И эти билеты примут участие в розыгрыше по окончанию чемпионата мира в Югорске, как только я оттуда вернусь домой, числа 20-го где-то апреля. Ясное дело, что я не надеюсь на 100 рублей от каждого из 1800 человек, которые на меня подписаны, хотя это было бы очень приятно, но на это рассчитывать, конечно, глупо. Так что лотерея приобретет несколько азартный оттенок такой. Будет 10 пожертвований или наберется целых 100, приз останется неизменным. Это в любом случае будет прекрасный игровой кий от известнейшего кийного мастера из Беларуси Сергея Каюкова. Если донейт сделает один человек, так тому и быть, тогда приз автоматом уйдет к нему. Я буду за этого человека только рад. А если, допустим, представим ситуацию, что один человек перевел мне 100 рублей, а второй перевел 200, по логике, как понимаете, один билет есть у первого подписчика, и два у второго, и всего 3 билета. Шансы второго человека будут заметно выше, но это в теории. А как получится в реальности, конечно, не знаю, увидим очень скоро. Вы можете пожертвовать 200, 500, хоть 1000 рублей, таким образом повышая шансы на победу. Но прошу, только не жертвуйте каналу больше, чем вы считаете нормальным. Представьте, что просто хотите меня поддержать, а приза нету. То есть вы жертвуете, допустим, 10 тысяч. Спасибо большое. Наверняка Киеву вы выиграете, да. Но что, от себя могу только пообещать, что буду разыгрывать тогда призы еще чаще. Начну ездить лично на турниры и снимать для вас больше видеоматериала. В принципе, и все. Переходите по ссылке в описании прямо под этим видео. Перечисляйте сумму, кратную 100 рублям РФ, любым способом, хоть картой, хоть с мобильного телефона. Не забывайте, только обязательно указывайте контактный имейл. И надеюсь, что удача будет на вашей стороне. О ходе лотереи, о количестве проданных виртуальных билетов я буду сообщать в роликах, которые буду готовить вам в Югорске на чемпионате мира по комбинированной пирамиде с 11 по 15 апреля. Я его планирую посетить, буду и в прямом эфире, естественно, на канале Сергея Гилевича, на канале Mobile Duplet. И буду делать ролики у себя на канале, выкладывать. Так что услышимся в прямых включениях, и в записях тоже. Спасибо, пока!